Ну что ж, всем привет, добро пожаловать на 11-ю часть прохождения Фьюэлла. У нас сегодня локация Огненные поля. Долину устилает красный кустарник, заканчивающий настоящей печкой на открытом воздухе. Проведите свой мотоцикл до казна, да блять, до конца, и узнайте, что такое плавать в раскаленных углях. Ну, короче, какая-то выжженная локация. 11-я серия, это у нас прошлое была юбилейная. Данную серию я снимаю также заранее, как и 6-ю серию. То есть, ну, не так много времени прошло, просто я ее выкладываю, хер знает когда. Ну, тем не менее, получается, начинается новая пятерка прохождений. За эту пятерку мы должны будем пройти огненные поля, озеро покойницы, старые шахты, ангар и... А пыльным городом будет 15-я серия, как я надеюсь, то есть 15-я серия, после которой будет завершение пятерки, ну, серии из 5 прохождений вот этих локаций. Дальше у нас откроются вот эти данные территории. У нас нужно 12 гонок пройти, то есть это получается 3 умножить на 4, то есть 4 гонки на легенду пройти, чтобы открыть эти локации. Целых 62 заезда нужно будет пройти для открытия финальные локации в данной игре, это пикрейнер. Но до этого очень далеко, и на 20-й серии, то есть пикрейнера, где-то закончится наше прохождение. В прошлой серии я уже говорил вам то, что мы прошли половину игры, потому что с учетом по количеству звезд у нас пол игры пройдено, то есть вот эта вот часть, вот, вот, может, попилить вот это все неизведанное, вот этот треугольник, а вот этот вот, типа, вот так вот треугольник исследован нами, а этот не исследован. Ну вот, огненные поля, это я ничего практически не помню про эту локацию, даже не помню, что тут есть трек у солнечной башни, я даже не помнил, о чем эта карта, потому что с учетом, вот посмотрите вот сюда, здесь даже почти нельзя понять, о чем эта локация, взглянув на иконку изображенную. Ну, а как видимо, это локация, связанная с солнечными панелями, здесь у нас имеется... Ну, три гонки по классике. И давайте, ну что ли, приступим к нему прохождению. Сегодня мы полностью зеленые. Не помню, было ли такое, но мы вот сегодня мы полностью зеленые. Давайте посмотрим, что-нибудь, может, новое. Ну что, я что-то не помню. Противогаз я вообще вроде не носил. Вот фиолетовый противогаз. Тут зеленого ничего нет. Тут не зеленый. Ну вот так вот зеленый здесь. Здесь ничего зеленого нет, здесь, опа, а нет, зелеными мы были. Ну тогда давайте, это я по куртке понял, давайте сегодня у нас все синим будет. Давно типа синим не делал, что можно синего выбить. А, да, начало я опять тяну, но вы можете промотать, в принципе, что бы вам нет. Кстати, довольно... Иронично то, что локация пустынная, а мы вроде как бы ездили ну, в синем раскрасе, символизирующем воду. Хотя для кого что символизирую. Ну вот, сегодня мы полностью синие, я пособирал немного раскрасы, полностью собрал все, что можно было собрать в хижине у берега. Надеюсь, эта серия не будет настолько большой. Надеюсь, быстро все пройдется. Давайте... По классике начнем с гонки у лагеря, то есть трек у солнечной башни, ваш рекорд, мировой рекорд, ничего нету. Ну, я не знаю, какой там транспорт, сейчас узнаем. Ну, вообще говоря, с этого момента, в принципе, должен был бы начаться ролик, если бы не год спустя, уже год спустя, я сказал, что хотел, не забросил, забросил. И как бы, да и летсплей как-то... Помер у меня чуть-чуть. Ну вот, вообще говоря, я взял перерыв месяц или сколько там, я уже было, я не помню, давно это было. Год целый прошел. И решил то, что ну время пришло отснять там новый выпуск 11. Пошел снимать. И ну, как сказать, бандикам, он в принципе меня вроде долгое время не подводил. Но вот в последнее время, ну как раз в то время, он что-то головой того уехал и порой мои записи портил. Но это были неважные записи, я думал, поглючит, поглючит, перестанет. Странная херня какая-то была.
Ну, я думал, что, надеюсь, фуево мне повезет, пошел его снимать. Ну, вообще говоря, если вкратце, то мне не повезло. В общем, половина и большая часть выпуска даже просто повреждена. Ничего сделать нельзя, восстановить нельзя, она весит 1 гигабайт. Трындец, короче. Что с этим делать, я не знаю. Я не уверен, что вообще выход из этой фигни есть. Вот. Как-то так. Поэтому вот эта 11-я серия, она будет просто собрана из нескольких кусков. Ну, я фактически бы мог, к примеру, просто отснять те гонки, которые играл, но я даже не помню, какие я играл. Но я могу это сделать, но это уже не будет то самое ощущение того, что я что-то прохожу, это просто перед прохождением. Ну, так делают, как бы, но это очень спорно. Типа, стоит ли, кто хочет посмотреть, как я просто переигрываю уже то, что выиграл. Но те, кто именно хотят именно полное прохождение, для них, конечно, возможно, это будет потери, вот этот вот выпуск 11. Ну, я, в принципе, тут ставлю уже какие-либо куски, а дальше, может быть, потом допилю какие-нибудь гонки, которые, если бы я ставить хотел, ну, просто смысл, я даже без реакции буду подходить, так что ждите лучше 12-ю серию, она там нормально запишется, думаю. Пока что так. Так, ну, в принципе, как вы понимаете, гонка не записалась, так что все же предлагаю ее перепройти, хоть и топливо я за это уже не получу, но так чисто просто, чтобы как-то удлинить видео. Потому что оно тогда получится очень коротким. Итак, проходил я на вот этой трехколеске. Вообще, по-моему, оказалось изи, несмотря на то, что это мотоцикл с второго лагеря. Второго. Ну, типа, лол. Так даже веселее, так даже интереснее. Потому что унижать ботов, у которых как бы транспорт явно лучше, чем твой, это же отдельное искусство вообще. Я бы мог, в принципе, и мотик этого первого взять, хотя я не помню, был бы там хз. Квадроцикл первого я бы точно мог взять, но, знаете, наверное, я тогда придерживался логики, что я на нем уже унижал ботов. А на трехколеске еще нет. Не помню вообще, она у меня куплена. И я, получается, в видео еще проходил соревнования. Я не помню, сохранилась ли там запись, надо будет потом посмотреть. Потому что, ну, если не сохранилось, то перепроходить соревнования тоже уже как бы можно, но уже не интересно. Главный челлендж уже пройден, так что просто перепройти. Но тем не менее, вот смотрите, мы уже ботов просто взяли и нагнули. Кстати, игра считает, что я на третьем месте еду. Может, это без стёбов так? Блядь. А как это произошло? Чё я пропустил? Чё? Как я? Попахивает рестарт, вы знаете. Может, мне просто тогда показалось, что я на первом месте приехал. Да. Ну, походу, появляется интерес какую-то эту гонку проходить, потому что либо баты стали сложнее, в чем я, конечно, сомневаюсь, либо я стал тупее. Ну, вот этот вариант более такой веселый. Потому что челика на первом месте догнать, вот у меня что-то, как вы видите, не сильно получается. А, нет. Здорово, братан. Ну, что-то мощное, говорю, или просто опять разработчики первому и второму месту баф к скорости сделают. Плюс 300 км/ч. ХЗ. По-моему, просто баф скорости, скорее всего, да, потому что будет они все равно так же, как и обычно.
Дракон, конечно, для пота. В принципе, игра вышла красивой на 2009 год, я думаю. Потому что, играя в игры другого. Хуя, у меня русский ничего не изменилось, все равно это же рода охренен, спрягают. Ну, даже не знаю, что в 2009 году вышло. Может, я отстал? Графон явно не был. Блять, посмотрите на челика на втором месте. Че у него с никнеймом? Это француз? Немец? Нидерландец? Кстати, реально, если немцу каким-нибудь или французу с длинной фамилией показать наши короткие, он обидится. Почему, блядь, теперь пишет, что они первые меня? Я тут царь и бог, нахуй, ничего. Все, нагнул ботов на трехколеске. А, да. Топливо не дают. Иди лесом, как говорится. Ну вот, изи пи. Так, ну я уверен в себе на сложности легенды, и тут нужно покупать автомобиль, потому что у меня, видимо, его нет. А какое покрытие? В основном дороги. Угу. Давайте возьмем что-то из того, что старое имеется ради челленджа. Вспоминая, как сложно было ездить на вот этом, то я что-то начинаю бояться. А где мой старый автомобиль, предназначенный для бездорожья? Почему я его не могу взять? Вот, нам, видимо, намекают на стратосферу, на вот этот вот драндулет. Ну, валит он, не валит. Штурмовик нет, мститель нет. Ну, давайте попробуем. Не валит, нет, явно не надо. Ой, чё бы. Может, опять что-нибудь дешевое взять, так, по приколу. Стрекоза. Давайте стрекозу возьмем, что нет. Так, у нее есть синий раскрас. Ну, это голубой, конечно, но... Представьте, что он синий. Давайте попробуем пройти на стрекозе, потому что сложность искусственного интеллекта оставляет желать лучшего. Опять 4000 за транспорт, то есть я мог бы и вообще не тратить, но видите, как бы все равно потом при... каких-нибудь других локациях соревнованиям его явно придется купить, например. Как я понимаю, он не едет вообще, у него скорость тут решает скорость, поэтому надо будет лучше сменить, мне кажется, автомобиль. Гонка длинная, дерьмо. Давайте сменим лучше, потому что что-то как-то, ну ладно, ступил зря, купил, потому что ну он медленный, мы так явно не выиграем. Давайте, ладно, серая земля, давайте не будем без угаров, но возьмем какой-нибудь нормальный автомобиль. Давайте гепард. Мы уже сколько мы на нем ездили. Так, ну вот такой синий раскрас, и он у нас сегодня вот такой синий. На нем-то не должно быть проблем, я его помню, его обожаю. Это 3, 2, 1, пустить. Главное, чтобы нас опять никто не вышвырнул, еще какой-нибудь фигни не произошло. А, это, видимо, просто так по старту нас затормаживают. Окей. Их просто догнать не получится. Кстати, почему-то мы не можем на максимальной скорости разогнаться. Да, по сравнению с теми драндулетами, которые нам выдавали и выдают, этот уже, как он там назывался, я уже забыл, нормально, только выбирал, уже забыл. В общем, вот этот вот драндулет автомобильного происхождения, что-то как-то уже медленно кажется, с учетом, сколько мы повидали. Нелегалы все разбивают, шмуляют, фигают. Конечно, когда у тебя 200 тысяч топлива, ты можешь, конечно, что угодно купить.
уже 4000 не жалко. Ну, тратить на какую-то технику, чтобы победить в карьерной гонке, я что-то хочу. Гонка про нее не... У нас до этого были? Нет, не были гонки. Так, ну, я что-то тогда не могу. Конечно, гонку назад на такого же уровня техники могли догнать, а здесь уже нет. Точки заканчиваются, по всей видимости, нужно будет их, правда, что-нибудь прикупить или взять что-нибудь побыстрее, потому что он не едет. Ну, с автомобилями у меня как бы всегда такие проблемы, видимо. Ничего нового. Ну, он просто не разгоняется. Я жму максимум, то есть пробел уже могу прям сажать. Он не будет ехать быстрее. А мы все отдаляемся и отдаляемся. Не. Так, давайте еще раз рестартнем, да. Везет мне с такими гонками, такого типа. Кстати, почти к финишу подъезжали. Ну что ж, придется брать новый автомобиль. Скорпион быстрее, но он не нужного класса. Ты слишком не того. Есть что-то такого прям быстрое, но не тень. Может, кстати, и она, потому что скорость бешеная, асфальт бешеный, вообще бешеный. Возможно, возможно, но он дорогой, пипец. Хотя чего нам стоит с учетом 200 тысяч топлива. Давайте купим тень. Раскрас у меня почему-то на нее нет. И она, ну, как бы, поэтому не голубая. Так, пустите обкатать тень. Если уж он как бы не будет приспособлен к таким гонкам, то я уже не знаю, что брать. По идее, если по его характеристикам, он должен как бы, ну, бешеный. Конечно, недорого машина, но тоже нормально. Просто мне кажется, тут или за ветра, или из-за чего-то, ну, он просто не едет, потому что у меня другого объяснения нет. Он просто не старается ехать. Его просто что-то тормозит. Ну вот мы уже, кстати, пару мест догнали, осталось хотя бы ко второму приблизиться, сказал я и улетел с трассы, чтобы точно они отогнали ехать. Нормально, 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 да. 11 серии так и надо начинать. Так, осталось еще дохрилион точек, а мы догнали первое место. Хотел я повыкручиваться на транспорте второго уровня, в итоге взял технику максимального уровня на данный момент. Ну а что, все равно приедется потом. Все-таки в кое-каких местах нас все-таки заставляют новую технику покупать, иначе кто-то не выиграет. Ну а теперь первое место, можете промотать, можете сходить чаек заварить, не знаю. Потому что это еще не скоро как завершится, потому что ИИ нас или не перегонит, или будет тупить. Ну, явно, победа уже явно за мной, потому что, ну, максимум только если я с трассы вылечу, тогда что-то изменится здесь. Опять же полгонки будет. Трассу я опять не знаю, поэтому еду, наверное, дом. Кто вообще вот эти таблички расставлял, типа дорога перекрыта, а еще что-то? Как будто люди в постапокалипсисе будут такие: а нет, дорога перекрыта, нет, я тут не поеду. Или они считали то, что вот мы сейчас дорогу перекроем. Правда, зачем, если все наоборот пытаются убежать от катастрофы? Ну не, мы им дороги перекроем, так просто по приколу. Так, 7 точек осталось, они на 200 метров оторвались.
автомобиль, видимо, ну это не автомобиль, но это, я не знаю, как это назвать, болид, не знаю, довольно быстрый. Тут нас, знаю, этот, гравийку пускают. Хотя, нашему скакуну вообще похрен. Он даже за трассу вылетит, ему нормально. Так, ну осталось две точки, ну и как бы одна из них финиш. Вот. Вот, кстати, вот это место я вам про него не говорил, но раз мы здесь, ну, давайте расскажу про него. А, спасибо, вот это я припоминаю, то что тут говно вот это стоял, можно было врезаться, скорость потерять. Так, получили 19 тысяч, просрали 40 тысяч, 44 даже. Гонка окончена. Вообще говоря, вот это данное место, это шоссе по всей карте, оно расположено на тот случай, если вы захотите объехать всю карту вдоль и поперек. Оно прямое, оно секое, оно проходит через, ну, уже через все открытые локации. И вот здесь заканчивается. Есть видео, можете посмотреть, где чел проезжает это все. Ну и как бы... Ну это просто вдоль карты. Ну, поперек нету, поэтому вдоль есть. Так, что у нас осталось? У нас осталась одна гонка. Это красная петля. Она проводится на квадроциклах. По всей видимости, на только на бездорожных квадроциклах. Бездорожных. Причем, видимо, мне нужно будет реально новую технику взять. Ну, как, зачем, как бы говорится... Ну, если у нас старая есть, давайте, ну вот на ярости проедем данную гонку. Причем он мне уже приелся, я уже давно на нем ездил, давно как бы играю на нем, потому что ничего сложного не должно быть. На нем можно всю карьеру, как я уже заранее говорил, проходить. Че это, луговая? Ёптить мопти, походу зря я это решил, то что такой смелый. Возьму-ка технику пониже. Тут очень долгая гонка. Причем, походу, можете уже промотать. Потому что я первое место занял. А гонка является сложной. Ну, как бы... Самое минимальное, даже не самое минимальное, как сказать, самая слабая техника, которую можно было взять, я ее взял и в итоге на первом месте. Вашу ж мать. Да ладно, ладно, это я поддавался, да? Это я поддавался, да, я поддался, чтобы интереснее было. Просто поддался. Может, кстати, боты просто, ну, как бы, может быть, и сильнее меня, просто я, если я их догнал, они решают то, что все нужно тормозить. Может, так теперь я их догнать не буду. Да. Че, мост там, мост, да. Автосгенерирование, интересно. Ну, неплохо, неплохо. Конечно, но хотелось бы больше. Это максимальная сложность. Я не хочу думать даже, чтобы было на новичке. Думаю, я бы уснул. Потому что это не сложность. Это не сложность. Так. Ну, увидимся на, как бы, на финише, наверное, потому что ничего серьезного не произойдет. А если и произойдет, то вы как бы все равно узнаете об этом. Ну, короче, склейка. Так, ну что ж, всем спасибо за просмотр прохождения данной части, от данной серии прохождения Хуфила. 11-я серия самая, надеюсь, короткая. Надеюсь, потому что не уверен. Ну, вроде для меня она была короткая, не знаю, у вас. Спасибо, что смотрели, можете
отписаться от канала, поставить дизлайк и пойти смотреть что-нибудь нормальное, а не мои тупые прохождения. Всем спасибо.